в это и родили меня на свет. Это папина любимая песня. На гитарах трынкают дети. Король и шут! Интересный скрытый смысл. Отмороженный одноклассник. Обычное, понятное. Внутренний ребенок радуется. Мне понравилось. La segunda opción es más pegajosa, el ritmo. Я выгляжу как хиппи, потому что я не моюсь. Домой, домой. Свое душевное. Боже, боже, ну. Это под гитарку все дела. Если ты делал говно. Друзья, всем привет. Меня зовут Максим, и вы на канале Клип Плюс. Это проект Сорян Баттл, битва жанров. Вторая часть. Это первый выпуск, снятый в формате 4К. Ладно, это все, я сделал у Мезенцева, простите. Короче, сегодня исторический момент, потому что это батл добор. Мы выбрали топовых участников прошлой турнирной таблицы. Голосование было в Телеграме, в ВК. Те, кто голосовал, спасибо. Те, кто накручивал ботов, пошли вы на... Путем голосования мы выбрали группу Король и Шут и группу Сектор Газа. Их три топовых трека сегодня сразятся, и мы узнаем, кто попадает в новый сезон. И, возможно, он дойдет до финала. И, возможно, он выиграет этот финал и встретится там с Виктором Цоем. Все, не тратим время. Начинаем. Пам! Причем две песенки, буквально 5-10 секунд. Вам надо выбрать, что больше понравилось. Давайте. Узнали, кто это? Кто? Король Шут. Хорош, а вы слышали когда-нибудь? Конечно. Да, обязательно. На выставке были. Вот, посмотрите, называется. Все сделано из простейшего кала, называется. Панк-рок, которая была там, да, там хорошо. Да. Нельзя свернуть, нельзя шагнуть и не пройти на. Так, тут узнали? Конечно, узнали. Это Сектор Газа это. А, Сектор Газа, да. Так, папа у вас шарит вообще, а вы вообще не узнали, да? Нет. Хорошо, смотрите, сейчас я вас спрошу, что вам больше понравилось, мнения ваши могут не совпадать. Первый или второй? Первый. Почему? Ну, как-то более динамично, вот что ли, ближе с душой. Хорошо, вам? Ну, я, наверное, выберу все-таки Сектор Газа, потому что они полегче немножко, если слушать постоянно. Вы? Ну, я, в принципе, тоже за Сектор Газа. А вообще, в чем феномен Клинских, вообще группы Сектор Газа, на ваш взгляд? Мне кажется, это достаточно неплохая поэзия, жизненная, жизненная, да. Мне больно видеть белый след, мне лучше в полной... Никогда не слышали? Знакомые слышали, название я не помню. И запахнет воздух сладостно домой. Домой, пора домой. Настолько знакомые, но я вот... Ну, домой лучше. Вам домой больше понравилось? Вам? Да, тоже. Смотрите, первая это группа Король и Шут, а вторая Сектор Газа, Юрий Клинских. Сектор Газ, тоже. Король и Шут! Я же говорил, узнаете, хорошо. Вторая не менее известная, поехали. Воздух я давит как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть. Сейчас. Это частушки у них еще были. Вот, кстати, кто писал, что чего вы частушки взяли, это сложный трек. Человек узнал по частушкам, за что я и топил за тогда. Первая или вторая? Первая, конечно. Почему? Ну, это легендарная группа, я ее очень люблю, вот даже недавно на выставку ходила. Так, почему Король и Шут? Это сказка, она всегда была сказкой, очень добрая, всегда немножко суровая. Мне да, нравится очень то, что там в конце как бы каждый герой получает по заслугам. Если ты делал говно, то в конце у тебя ничего хорошего тоже не будет. Да, там у каждого история какая-то есть, сквозь песню просматривается. Так, теперь Order, second song. В этой родили меня на свет, в этой кирпичной иголочке я одет. First song or second song? Second song. Вам какая? Вторая. Спросите, почему ему понравилась вторая? Видимо, пока будет второй song. Ну, ça paraît un peu cool.
Это классно. Друзья, ненадолго прервемся. Тут у крутых музыкантов, у группы Wisp вышел новый альбом. Давайте заценим несколько треков. А как вам такой тречок? Также у ребят вышел клип на один из треков, приуроченный к выходу нового альбома. Будет круто, если вы перейдете по ссылке в описании, посмотрите его, поставите лайк. Пацанам будет приятно. Есть тут кто любит потяжелее. Группа Wisp, новый альбом здесь и сейчас. Приятного прослушивания. А мы продолжаем. Так, я понимаю, выбор сложный. Что вам больше понравилось? Киш. Вам? 100%. Король и Шот. Так, почему? Ну, мы любим Король и Шот. Всегда слушаю только Киша. С мамой началось, перешло к сыну, да? Нет, в плане не в этом. Сам, как бы... Сама песня хорошая. Да. Как бы смысл есть. Интересный скрытый смысл. Ну, это Король и Шот. Да, а вы узнали? Да, да, да. В этой день родили меня на свет. В этой день с иголочки я одет. Сплин, может? Нет, не Сплин. Какой выбор вы сделаете? Первый или второй трек? Ну, я такой не слушаю, но если выбирать, то второй. Второй? То же самое. То есть даже не узнали, но все равно больше зацепил второй. А чем он зацепил? Ну, я в целом просто рок не слушаю, поэтому Король и Шут мимо изначально. Тут почему перевес? Да. Ну, Король и Шут сейчас очень много о нем говорят, поэтому как-то уже на слуху на самом деле. Когда на слуху, мне не очень заходит. Вот что Юрец творит? Объясните. Люди не знали, что это Сектор Газа? Они не слышали песню 30 лет. Бля, как можно не знать песню 30 лет Сектора? Ну-ка, это нереально. И они все равно выбирают Юрца. Это просто, это музыка, короче, где-то у нас в ДНК отпечаталась, походу. Кто это? Я все детство ее слушал. Кто это? Я уже настолько заслушал, что забыл, кто это. В этот день родили меня на свет. В этот день с иголочки я одет. У меня был, короче, отмороженный одноклассник в школе, который их частушки пел, короче, я ему 10 рублей кидал. Еще такой, один человек про частушки. Я бычок подниму. А это бомж уже. Да, это второй трек бомж. Ладушки, что вам больше понравилось, первый трек или второй? Все фигня. Иди нахуй! Какая больше понравилась, первая или вторая? Конечно, первая. Почему? Ну, во-первых, это песня детства, во-вторых, у нее какой-то более такой сакральный подтекст, чем у второй. Смотри, первая — это Король и Шут, а вторая — это Сектор Газа. Сектор Газа, точно, я вспомнил, как зовут эту группу. Да, Ирик Клинских, фронтмен. Так, в этот день родили меня на свет. Не слышали никогда? Слышали. Кто это? Не скажу сразу. Нельзя шагнуть и не пройти нам этот путь. Такой туман. Это слышали? Слышали. Нет. Какая песня больше понравилась? Первая, вторая? Первая. Вам тоже первая? Первая. Почему? Не знаю. На гитарах трынкают дети. Мне больно видеть белый свет. Мне лучше. Так, узнали сразу, хорошо. Любить в аркуют радостно. И запахнет воздух сладостно. Всех узнали. Какая песня кому больше понравилась? Первая или вторая? Гембель. Пора домой. Пора домой. В чем феномен группы Сектор Газа, на ваш взгляд? Почему их музыка вот столько лет и вот вызывает такие эмоции? Простая. Обычная, понятная. Сбежавшие спрыгну со скалы. Сегодня быстрее всех вот узнали, блин. Я не успел включить. Умнички, умнички, все верно. Композиция номер два. В этот день родили меня на свет. В этот день с иголочки я одет. Всей швали моих критиков я вас уничтожу. Так, какая песня больше понравилась? Мнения могут не совпадать. Король и Шут. Ну, если песня, то Король и Шут, да. Почему? Ну, песня поприкольней.
Люблю «Король и шут». Просто у «Сектора газа» есть поприкольнее песни, чем ту, которую вы включили. Смотрите, а в чем феномен «Короля и шута», ну, на ваш взгляд? В том, что они создали свой мир. Да. Сказки. Сказки. Внутренний ребенок радуется. Народ, недолго прервемся. Я хочу выразить огромнейшую благодарность людям, благодаря которым этот и все выпуски на этом канале существуют. Это люди, которые больше всех донатили на стриме. Supreme Егор и его жена Алиса, Марина 2, жена Глеб Санфана и сам Глеб Санфан, Танк Рокет, Сергей КС, Серега Лаки, Денис Останин, Джонни, Просто Марина, Ферум ТВ, Шамиль, Ольчик, Денис Костенко и Нафталин. Ребята, низкий вам поклон. Мы продолжаем. Мне больно видеть белый след. Мне лучше в полной темноте. Слышали когда-нибудь? Да, слышали. Да. Я не помню, как называется, но слышала. Как называется. А и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой. Эту знаете? Да, эту знаю. Да. Вот это мне больше нравится. Да, мне тоже. А почему? Ну, она как-то зажигательнее, как-то прикольнее звучит. Ну, теперь это «Король и шут», вторая — это «Сектор газа». Знаете такие группы? «Сектор газа», да, неплохой. Девчонки, сколько вам лет? 15. Прям узнали с первых секунд. А вы узнали? Да. Какая песня больше понравилась, первая или вторая? Ну, наверное, первая. Первая. Почему? Ну, я люблю «Король и шута». Ну, наверное, тоже больше предпочтения отдаю. Мне больно видеть белый след. Мне нравится. А вы узнали, кто это? Да. Нет. «Король и шут», наверное. Хорош, все верно. Ну, более чем очевидно. Мне понравилось. О! Так, какая песня больше понравилась, первая или вторая? Обе. Надо выбрать. Вторая больше. И вам вторая, вам? Вторая. Вам? Ну, трудный выбор на самом деле, но думаю, вторая. Or second song. Воздух я на века крутусь, нельзя свернуть, нельзя шагнуть. My nigga. Why, why? La segunda opción es más pegajosa, el ritmo es más contagioso. The second... The two old chang is better. You are from? Куба. Юра наш интернационален просто. Вот сразу такие эмоции вызывают. Охренеть. Вечером на нас находит груз порой, порой. Сердце на сердце просится домой, домой. Смешавшись, прыгну со скалы. Класс, все верно, это «Король и шут», композиция номер 2. В этой гиродиле меня на свет. А вы тоже узнали? Да. Хорошо, какая композиция вам больше понравилась, первая или вторая? Ну, мне больше «Сектор газа» нравится. А, мне вторая, наверное. Тоже это «Сектор», да. А почему перевес все-таки случился в сторону Юрия Клинских? Ну, больше слушал, поэтому. Мне больно видеть белый свет, мне лучше. Тебе нравится Киш? Да, я обожаю Киша, я фанатка. Просто нет. Почему «Король и шут» крутые? Ну, потому что я люблю панк-рок. Я панк. Не потому что я выгляжу как хиппи, а потому что я не моюсь. Я моюсь. Слушай, а с точки зрения вот наследия, да, вот ты же молодая девушка. Почему «Король и шут» до сих пор цепляет? Ну, я начала его слушать года два назад. До этого я слушала как бы просто русский рок, меня цеплял Би-2 и так далее. А в какой-то момент меня переклинило, и я пересела на панк-рок, и мне прям зашло. А так как я поступила на режиссуру, мне нравятся сюжетные песни. Поэтому мне прям заходит. А узнали, кто это? Ну, конечно. Кто? «Король и шут». А вы узнали? Да, конечно, «Король и шут». Пусть нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь, такой туман. Этих узнали? А, да, это демобилизация, группа. «Сектор газа». Какую мы там творческую семью встретили. Хорошо. Что вам больше понравилось, первый или второй «Сектор трек»? Газа. Ну, да. А вы узнали? Да, да. Хорошо. Просто начала петь сразу. «Сектор газа». В
Вы тоже подпевали или думали? Подпевала, я думаю долго. Обалдеть, вы всех узнали. Так, тогда будет сложнейший для вас выбор, я так понимаю. Чему бы вы дали предпочтение хотя бы на миллиметр? Король и Шут или Сектор Газа? Мнения ваши могут не совпадать. Сектор Газа. Тоже Сектор Газа. Почему? Просто... Более ближе? Да, да. Более народный. Все. Свое душевное. Вы узнали, да, сразу? Да. Кто это? Шут. А вы узнали? Нет. Никогда не слышали эту песню? Свою песню не узнала. Воздух, я давит, как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть. Это тоже не слышали? Хорош, ну тут вы сразу узнали. Сектор Газа. Что вам больше понравилось? Ну, первая песня, голос понравился больше. Так. Тут со звездочкой вам задача, потому что вам, я так понял, та и та нравится? Ну, я думаю, Сектор Газа. Почему? Голос и какой-то настрой другой. Слышали когда-нибудь? Да. Кто это? Да, Кипелов, нет? Вы выбрали фамилию Кадони, потому что она переводится как Черномырдин. В этой кирате или меня на свет, в этой иголочке я одет. Слышала, да, ну честно. Боже, боже, ну его нет уже, как? Я вам потом скажу, чтобы сейчас было честное голосование. Кому вы отдадите предпочтение, первой композиции или второй? Я первой. Я второй, но, блин, я сейчас же... Ну, вы уже ответили, поэтому я скажу. Первая — это «Король и Шут», а вторая — это «Сектор Газа». Две песенки. А ты выберешь, какая тебе больше понравилась, хорошо? Первая или вторая? Как дома, я ни в чем не откажу, я ни в чем... Тебе понравилась такая? Да, папа. Вы узнали, кто? Слушаю, да. Какая тебе больше понравилась, первая или вторая? Первая. Почему? Почему первая? Это папина любимая песня. Вот, какая-то классная. Так, а вы что выберете? Ну, не знаю, да и то, и Сектор Газа. Я понимаю, это сложнейший выбор. Первая, да. Первая. Почему? Солидарная. Папина любимая песня, да, и группа. Мне больно видеть белый след, мне лучше в полной темноте. Есть идея, кто это? Киш. Я не знаю. А слышали когда-нибудь эту песню? Нет. Так, я знаю, за кого проголосуете. Давайте мы у девушки спросим, она не знает ни первую, ни вторую. Что больше зацепило? Лучше для вас звучит. Наверное. Вторая. Да. Так, тут? Тоже Сектор Газа. Почему? Ну, потому что это под гитарку все дела, ну, как бы... Не, Киш я не особо, честно. Сектор Газа это вообще... Мне надо узнать? Не-не-не, это не порнофильмы. А вы узнали, да, кто это? Я не знаю, кто это, но я знаю... Песню. Очень... Хорошо. В этой кирадили меня на свет, в этой кирпи голоски я... Какая больше понравилась? Первая. Вторая. Итак, подведем итоги этого грандиозного просто выпуска. В новый сезон добором в эпической борьбе проходит группа «Сектор Газа». Это вечное музло, что у одного коллектива, что у другого. Здесь равная борьба была предсказуема. Друзья, я попрошу в комментариях написать, кого поставить в пару к группе «Сектор Газа», потому что это должно быть интересно. Предложите что-то уникальное, понимаете? Вот как было «Моргенштерн против Сектора Газа», лям просмотров. Давайте устроим супер бойню. Напишите, я все комментарии читаю. Подписывайтесь на канал, на Телеграм, Бусти, Инстаграм. Запрещенная в России организация. Я вас всех там жду. Все только начинается. Совсем скоро у нас выходит первый уже батл. Там Шатунов будет против кое-кого. Не расскажу, чтобы была интрига. Это буквально на следующей недельке. Спасибо. С вами был Максим. Пока.